Снова эта радуга. Молли такая мрачная, ей нужно добавить красок. Что со мной? В радужном классе новенькая. Ой, кто это? Вау! Это моя парта. Ноги на столе. Мне плохо. Сейчас будет смешно. Подножка. О, нет. Сумка, выручай. Милая сумка, спасибо за помощь, Молли. Не так быстро. Здесь еще осталось пятнышко. За что? Сегодня пишем тест. Вот ваше задание. Можете начинать. Почему тест? Я ничего не знаю. Эллиот, Эл, что в первом задании? Ответ Б. Никаких подсказок. Ладно, придумала. Мое карманное зеркальце мне поможет. Пластиковые стяжки приклеиваем к зеркалу. Срезаем лишние. Приклеиваем декоративные шипы. Что ответил Эллиот? Ответ С. Ясно. Молли, не списывать. Это неудовлетворительно. У меня почти получилось. Эллиот, привет. Он такой красивый. Молли, привет. Отстань. Подожди. Ай, я сказала, отстань. Эллиот, ты в порядке? Обожаю уроки рисования. Какой цвет выбрать? Больше черного. О, нет, у тебя только черные карандаши. И что? Можно я их возьму? Ненадолго. Оставь мои черные карандаши. Отдай. Спасибо. Я положу их в сумочку. Из глиттерного фоамирана вырезаем и собираем глаз с радужным зрачком. Приклеиваем заднюю стенку сумки. И застежку молнию. Крепим ручку-цепочку. Что ты делаешь? Радужное волшебство. Верни карандаши. Вот. Что ты наделала? И где черный? Теперь и у тебя есть яркие цвета. Послание для Молли. Лети скорее, самолетик. Здесь слишком жарко. Приглашение на свидание? Глупый сквозняк все испортил. О, Эллиот, я согласна. Побольше розового. А я добавлю еще черного. Привет. Как думаешь, что я нарисовала? Пиши в комментариях ответ в конце ролика. Мой единорог такой яркий? Жуть! Я закончила. Сейчас вернусь. Это розовое безобразие нужно исправить.
У меня как раз есть подходящие краски. Пустой емкости от акварели клеим глаз. Обклеиваем черной тканью. И декорируем кристаллами. Покрываем черным лаком. Ячейки для красок наполняем подходящими цветами. Побольше коричневого и серого. Отлично! Что вы скажете про мой рисунок? О, нет! Ха, любопытно! Очень концептуально! Настоящий шедевр! Что? Эту картину ждет великое будущее! Перед вами автор данного шедевра. Я изобразила иллюзорность бытия. А теперь каждый прочитает свои любимые строки Шекспира. Я первая. Okay. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Неплохо. Скука, бедный череп. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Восхитительно! Сколько драмы! Уснуть и видеть сны? Вот и ответ! Браво! Великолепно! Ладно, моя очередь. Две равноуважаемых семьи. Йоу! Йоу! О, нет! В Вероне, где встречают нас события, камон! Ведут междуособные бои, йоу, и не хотят унять кровопролитие, Кошмар! Нет повести печальнее на свете, йоу! Давай, Молли, чем повесть о Ромео и Джульетте, Бедный Шекспир! Радужные трессы. Добавлю больше яркости. К основанию для трессы приклеиваем разноцветные цепочки, ленты из пайеток и страз. Ха! У меня есть кое-что получше. Примерю. Радужные волосы – то, что нужно. Что за глупость? Смотри, как выглядит стильная прическа. Тебе идет. А тебе нет. Ай, мой парик. Ой, щип зацепился за футболку. На помощь! Ты такая смешная, Молли. Лучше бы помог. Пишем тест. У каждого свой вариант. Голос сел так не вовремя. Это легко. Я закончила. Так быстро? Посмотрим. Это А. А. Что-что? А. Отлично, спасибо. Из глиттерного фоамирана вырезаем лепестки разного цвета. Склеиваем крыло. Крепим на испорченный каф. Выступающие детали покрываем лаком для ногтей и посыпаем глиттером. Наносим слой бесцветного лака. Крепим стилизованную букву А. Знания украшают девушку. Молли снова спит. Молли, проснись. Ай, я не спала. Это что, плохая оценка? Так нечестно. В колледже дискотека. Это самая романтичная песня в мире, и я буду танцевать с Эллиотом. Не люблю медленные танцы. Привет, Молли, потанцуем? Размечтался. Что? Ну ладно. Вот тебе тяжелый рок. Вау, мой любимый трек.
Она сошла с ума? Ха, отличный танец. Привет, что выбираешь? Думаю, мороженое. Приятного аппетита. Спасибо. Привет, мне радужное мороженое. Отличный выбор. Мороженое. Мороженое закончилось. Прости. Как вкусно. Ах так? Ну ладно. Пойдем, Эл. Вау, какое необычное мороженое. Хотите попробовать? Очень. Что это было? Ха, приятного аппетита! Упс! Двойка за плохое поведение. Кто вообще придумал вытирать пыль? Что я наделала? Испортила все портреты. Избавлюсь от улик. Портретная галерея уничтожена. Кто это сделал? Как ты могла? Это не мое. Ты должна все исправить. Да уж. Я помогу. Вместе мы справимся быстрее. Не может быть. Радужная принцесса забыла свой дневник. И какие секреты там хранятся? Я должна узнать. Замок? Блокнот обклеиваем глиттерным фоамираном. Приклеиваем сердечко и надписи. Добавляем металлическое ушко для замка. Продеваем цепочку и вешаем замочек. Я тебя открою, так или иначе. Какой крепкий. Ничто его не берет. Кто-то идет. Мой дневничок. Сейчас я тебя открою. Стержень от ручки приклеиваем к носику. И оборачиваем фоамираном. В емкость насыпаем пайетки и крупный глиттер. Емкость запечатываем и соединяем со стержнем. Приклеиваем ключик от дневника. Хочу сделать признание, но это секрет. Секрет? Сейчас я все узнаю. Она влюблена в Эллиота. Это ни для кого не секрет. Что? Я лучшая подруга? Не может быть. В радужном классе еще одна новенькая? Нет, кто-то решил кардинально сменить имидж. Девочки, наконец, подружились. Вау, вы это видите? Девочки, в любом образе вы останетесь красавицами. Помните, я спрашивала, что на рисунке? Внимание, 1, 2, 3. Это хаги-ваги. Bye.